Всегда хотелось быстрого результата. Но за последний год в моей жизни произошли кардинальные изменения. Я стала работником в сфере ритуальных услуг. Благодаря погружению в эту тему я поняла, что самое главное в нашей жизни – это здоровье. У меня есть проблемы именно с дисциплиной. То есть у меня временами происходят зажоры, я на фоне этого не хожу в зал. –